путешествуем. По мексиканцу. Путешествие по мексиканцу. Мандаринки можно прям с дерева снять. Краткая экскурсия по красотам Мексики. Мы находимся в Эстадо Веракрус, недалеко от города Кордова. Это ранчо одного мексиканца, нашего теперь знакомого. Это растет бамбук. Такой большой-большой высокий бамбук. Вот эти зеленые кусты – это сахарный тростник. Его выращивают, чтобы сделать сахар. Еще чуть дальше, вот здесь, можно увидеть много барановых деревьев. И вот такой он сахарный тростник. Очень плотно растет. Такими густыми зарослями, похожими на камыш. А вот и лес банановых деревьев. Периодически можно увидеть цветы и бананы. Но они еще все зеленые. А с ними здесь по соседству растет кофейное дерево. Вот оно. Вот стоят кофеинки. Вот так оно выглядит. Природа очень красивая. Вот еще кофейные деревья. Немножко уже спелые плоды. Изучая то, кто обитает в Мексике, можно встретить много всяких насекомых, змей. И многие опасны. И вот на самом деле я верю, то, что здесь может водиться что-то опасное, потому что здесь только заросли, такие джунгли. Давай съешь кофейку. Да? Ну что, насладненько? Да. Класс. А там две половинки? Да. Класс. Я, конечно, не знаю, что сегодня нет. Ну, интересно. Обычно кофе пьет, а мы его едим. Причем зеленым. А вот и владелец ранчо. На лошадке по имени Фестиваль. Мы приехали на машинах, он приехал на лошадку. Вот так, фестиваль галопом идет. Катик. Вот мой рыцарь на коне. Кофейное дерево. Так аккуратно растут у него листики с ягодками. Вот такие вот ягодки кофе. А вот здесь мы покажем вам бананы. Вот новое банановое дерево небольшое. Еще одно кофейное дерево. Вот так растут бананы. На такой большой палке. Здесь обычно цветок. Но сейчас его уже нету. Наверное, его срезали, потому что он тоже имеет ценность пищевую. С него готовят некоторые блюда. Вот и сам цветочек банановый. Вот здесь можно увидеть его. Вот этот большой фиолетовый, этот цветок. Срезанный ствол банана. И вот посмотрите, какой он внутри. То есть он, конечно, на вид очень большой и крепкий. А на самом деле внутри он такой вот рыхлый, пористый. Вообще очень красивые такие необычные деревья. Не очень похожи на деревья. Но на самом деле, да, очень высокие. Такие по 4 метра высотой. Гигантские домашние комнатные растения. Мы забрались на гору и смотрим на город Ватуско с высоты. Говорят, что там, когда хорошая погода, они
нету тучек, как сегодня, то можно увидеть море, Мексиканский залив, прямо отсюда, с горы.